эфире новости амурской экономики со Светланой Викулович. Здравствуйте. Делегация из КНДР побывала в Приамурье и договорилась о деталях сотрудничества с областным правительством. Это первый визит корейцев в рамках переговоров о сотрудничестве, начатых в прошлом году губернатором Приамурья Олегом Кожемяком и главой Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыром. В этот раз от КНДР в регион приехали представители Министерства внешней торговли, Корейского текстильного общества, Общества по торговле обувью, Торгового общества «Весенний аромат» и фирме «Минге». Сейчас прорабатываются совместные проекты с корейской стороной. В Завитинском районе с 2013 года планируется выращивать сою, картофель и овощи. Для этого в область приедут 40 северокорейских рабочих. Идет работа и над проектом строительства козьих фирм общей площадью 1500 квадратных метров в Ромнинском районе. Сдача комплекса запланирована уже на конец этого года. А в 2013 году планируется завести 350 коз и уже через 3 года увеличить общее количество до 2000. Российская сторона предлагает сотрудничество в сфере лесовосстановления. Именно в этой отрасли возможно использование труда корейских рабочих на посадках лесных культур весной этого года. Предположительно, корейских рабочих потребуется 50 человек. Не исключено создание совместного предприятия по переработке древесины. На установочной встрече Зин Чол Хо предложил приурочить открытие ресторана корейской кухни к годовщине пребывания Ким Чен Ыра в Приамурье. Частных владельцев автозаправочных станций заставят ограничивать цены на топливо. Так государство ужесточает регулирование рынка автомобильного горючего. Как сообщает РБК Дейли, рост стоимости топлива будет определяться по специальной формуле. Ее разработала Минэнерго. Если предложение будет принято, то надбавка, которую смогут устанавливать независимые АЗС, в этом году составит 4500 рублей за тонну продаваемого горючего. В случае ее превышения компаниям грозит штраф или расторжение контракта. В Минэнерго полагают, что эта мера позволит ограничить необоснованное обогащение отдельных операторов розничного рынка. Так, например, сейчас в Благовещенске Роснефть продает бензин А92 по цене около 28 рублей за литр. В то же время средняя цена у независимых операторов, которые закупают топливо мелким оптом, в том числе и у Роснефти, доходит до 29 рублей за литр. В Сахалинской области эта разница достигает 7 рублей. Предложение уже направлено ФАС и Минэкономразвития. При этом розничным операторам, в свою очередь, будет гарантирован дифференциал между мелкооптовой ценой и ценой на АЗС, который позволит реализовывать топливо, получая прибыль, а не работать в убыток. Букмекерские конторы и тотализаторы теперь облагаются налогом на игорный бизнес. Дмитрий Медведев подписал поправки в Налоговый кодекс России. По прогнозам экспертов, бюджет регионов смогут получать как минимум 400 миллионов рублей в год. А накануне депутаты Законодательного собрания Приамурья проголосовали за максимальную налоговую ставку. Так, ежемесячный налог на один пункт приема ставок букмекерской конторы теперь составляет 7 тысяч рублей. О игорном бизнесе в Амурской области Елена Тимошенко. С 1 июля 2009 года азартные игры в России попали под запрет. Играть можно только в особых зонах. А вот ставки на спорт по-прежнему легальны. В Приамурье букмекерские конторы есть. Для средств массовой информации игровой бизнес закрыт. Однако с сотрудником одной из букмекерских контор нам все же удалось поговорить. Выяснилось, что амурчане охотно ставят на исход хоккейного или футбольного матчей. Но бывают и умные ставки. На победу знатоков или зрителей телеигры «Что, где, когда». Только в этой букмекерской конторе 20 постоянных игроков. В среднем играет человек 300 в месяц. Анатолий, один из них, предпочитает ставить на теннис, но не так давно заинтересовался и ставками на курс валют. А финансовые ставки? Ну, это принимается только в онлайн-сервисе. То есть там берется определенная валюта и рубеж 30 минут. И ты ставишь в этот рубеж определенное количество, сколько там, меньше или больше, упадет валюта. И ставишь на нее ставку. Коэффициенты там маленькие, но выигрыш вполне возможен. Азартный бизнес довольно выгодный, даже несмотря на то, что его владельцам периодически приходится выплачивать выигрыши удачливым игрокам. Так в Благовещенске был случай, когда человек поставил 400 рублей, а выиграл 31 миллион. Но и проигрывают амурчане довольно часто и помногу. Особой инфраструктуры для букмекерской конторы не нужно, поэтому и окупается пункт приема ставок максимум за 3 месяца. Доход до 15% от оборота. И до недавнего времени они даже налоги не платили. Сейчас в Приамурье работает несколько букмекерских контор. Официально только в Благовещенске 5 азартных адресов. В реестре налогоплательщиков они появились только месяц назад, после заседания законодательного собрания. То есть то, что они имеют право осуществлять деятельность, должно быть подтверждено
постановка на учет в налоговые органы Амурской области. Изначально на момент рассмотрения проекта закона Амурской области не было зарегистрировано в налоговой службе ни одного юридического лица. В конце января амурские депутаты единогласно проголосовали за установление максимальных ставок налога на игорный бизнес в Амурской области. Теперь только за один пункт приема ставок букмекерской конторы в бюджет Приамурья придется заплатить 7 тысяч рублей. Для областной казны это новая статья дохода, а для игрового бизнеса – новая статья расхода. Если говорить о поступлениях налога с игорного бизнеса за 2010-2011 год, то необходимо отметить, что поступления налога не было в связи с запретом осуществления подобной деятельности вне игорных зон. Теперь же закон обязывает встать на учет в местном реестре налогоплательщиков. После чего, по прогнозам российских экспертов, бюджеты регионов смогут дополнительно получать как минимум 400 миллионов рублей в год. Что касается Приамурья, то пока новая статья дохода совсем небольшая. Годовой налоговый доход с 5 официально зарегистрированных пунктов приема ставок составит не более 500 000 рублей. Елена Тимошенко, Сергей Битков, Михаил Пестряк. Экономические новости. Еще одно налоговое нововведение. Владельцы недвижимости площадью до 100 квадратных метров в селах и городских квартир в 50 квадратов должны быть полностью освобождены от налога на недвижимость. Так считает первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. При этом ставка налога должна быть дифференцирована. К примеру, если цена дома или квартиры 30 миллионов рублей, в бюджет пойдет 1% от стоимости. Если свыше 100 миллионов, ставка будет 5%. В случае введения нового налога на недвижимость областной бюджет будет терять до 2 миллиардов рублей в год. Деньги за использование земли и недвижимости физических и юридических лиц будут пополнять муниципальные бюджеты. Кстати, массово строить дома за городом начали в начале 2000-х. Чигирей, Владимировка, Верблаговещен, Заречный, Белогорье. Сейчас территорию этих поселков можно назвать Амурской рублевкой. В год администрация Благовещенского района выдает в среднем 170 разрешений на строительство. И лишь 1% из числа застройщиков вводит в эксплуатацию свое жилье. Остальные избегают уплаты налогов, ссылаясь на то, что дом еще не достроен. Таким образом, бюджет района ежегодно теряет до 6 миллионов рублей. Сколько незаконных недостроек сейчас в Благовещенске, в Благовещенском районе и в целом по области, станет известно только после проведения кадастрового учета всех объектов недвижимости. А до 1 апреля так называемые налоговые агенты обязаны предоставить в налоговую инспекцию справку по форме 2 НДФЛ. К налоговым агентам относятся индивидуальные предприниматели, нотариусы, частные практики, владельцы адвокатских кабинетов, российские организации и обособленные подразделения иностранных организаций. То есть все те, от кого физические лица получают доход. С этого дохода налоговый агент должен перечислить в бюджет сумму НДФЛ. И мы продолжаем рассказывать об особенностях декларационной кампании 2012 года. Активные участники декларационной кампании 2012, которая продолжится в Приамурье до 2 мая, налоговые агенты. То есть все те, от которых или в результате отношений с которыми физическое лицо получило доход. С этого дохода налоговые агенты, к примеру, российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы частной практики, адвокаты, учредившие свои кабинеты, обязаны исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму НДФЛ с учетом предоставленных физическим лицам налоговых вычетов. Указанные сведения предоставляются в налоговые органы не позднее 2 апреля 2012 года по форме 2 НДФЛ. Как правило, сложности возникают в том случае, если заработная плата, исчисленная за декабрь, перечисляется работнику в январе, то есть уже в следующем налоговом периоде. Приведем пример. Работник исполнял трудовые обязанности в организации с января по декабрь 2011 года. Его ежемесячная заработная плата равняется 10 тысячам рублей. Выплата заработной платы, а также перечисление налога происходит 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом. В этом случае при оформлении справки по итогам 2011 года значение строк «сумма налога исчисленная» и «сумма налога удержанная» не будут равны значению строки «сумма налога перечисленного». В налоговой инспекции дают разъяснение на этот счет. То есть, если заработная плата начислялась за декабрь 2011 года, в январе 2012 года налог перечислялся в январе 2012 года, но в справку о доходах за 2011 год следует учесть эту сумму и в строчку «Сумма перечисленного налога» ее включить.
После вступления в силу приказа Федеральной налоговой службы России от 6 декабря 2011 года в оформлении справки 2 НДФЛ произошли некоторые изменения. Так, если налоговый агент выплачивал физическому лицу доход, который облагался по ставке и 9, и 13%, то справку 2 НДФЛ он должен предоставить одну, а не две, как ранее. Этим же приказом были внесены изменения и в справочник коды вычетов. Так, при предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей, теперь код меняется. Это зависит от того, какой по счету ребенок в семье и является ли он инвалидом. Подробности о заполнении справок о доходах и других вопросах декларационной кампании 2012 можно узнать на сайте Амурского налогового управления www.r28nalog.ru. Елена Тимошенко, Сергей Битков, «Экономические новости». И это все новости амурской экономики. С вами была Светлана Вакулович. Смотрите нас, чтобы всегда быть в курсе.